Приветствую вас от имени Геронтологического общества Российской Академии Наук. И очень кратко расскажу вам об истории, поскольку история уже звучала сегодня в выступлениях предыдущих. Как вы знаете, термин геронтологию ввел Илья Ильич Мечников в 1903 году в «Этюдах оптимизма». И история российской геронтологии очень связана с Петербургом, Петроградом, Ленинградом и опять Санкт-Петербургом. В 15 году вышла книжка приват-доцента Петроградского университета Петра Юрьевича Шмидта, который был родным братом Отто Юрьевича, известного полярника, хорошо известного во всем мире. Он написал книжку «Борьба со старостью». Вот здесь она изображена. В 1938 году состоялась первая всесоюзная научная конференция по старению, организованная известным украинским физиологом и геронтологом Богомольцем. В 1941 году. Почему Петербург, Ленинград является столицей российской геронтологии? Это не случайно. В 1941 году академик Штерн написал книгу «Основные причины преждевременного старения и смерти и возможность борьбы с ними». В 1945 году вышла, после блокады, написанная во время блокады, книжка депутата первой еще дореволюционной Государственной Думы академика Захария Григорьевича Френкеля «Удлинение жизни и активная старость». Его ученица Ирина Измайловна Лихницкая, мать Эллы Пушковой, написали... В 1957 году создали Ленинградское общество геронтологов и гериатров. Это было первое общество на территории Советского Союза. Очень травматична судьба профессора Коричевского, который, закончив военно-медицинскую академию императорскую, в 1919 году эмигрировал сначала в Европу, потом осел в Великобритании и организовал первую в Англии лабораторию старения в 1945 году. Он же был учредителем Международной ассоциации геронтологии, которую председательствовал на заседании в Льеже в Бельгии в 1950 году. Был Институт демографической академии наук, создан в Ленинграде. Он функционировал очень недолго, с 30 по 34 год. Инициатором его создания был Паевский, который вместе с Новосельцевым, Новосельский вел в нем основную научную работу. В том же году, в 1957 была организована секция геронтологии Московского общества испытателей природы. Ее возглавлял профессор Патов, в настоящее время доктор Валерий Новоселов, который активно публикуется по геронтологии. Вот несколько его книг здесь представлены. Вообще развитие геронтологии научной в стране началось в 1958 году, когда был организован научно-исследовательский институт геронтологии Академии медицинских наук СССР в Киеве. Его возглавлял долгие годы Дмитрий Федорович Батарев, там работал Владимир Вениаминович Фролькис, академик, выдающийся геронтолог. Сейчас возглавляет Владислав Викторович Безруков, академик Академии медицинских наук Украины. Также в 1958 году была создана сектор геронтологии Академии наук Беларуси в Минске. В 1963 году организовано Всесоюзное научное общество геронтологов и гериатров в Ленинграде. Работал в нашем институте онкологии имени Петрова Владимир Михайлович Дильман, который в 1971 году выдвинул нейроэндокринную теорию старения. Сейчас она получила полное признание. Он в 1973 году организовал лабораторию, как она называлась в то время, группу по изучению механизмов старения в Институте экспериментальной медицины Академии медицинских наук. Вот некоторые его книги, наиболее известные, это «Большие биологические часы» и нейроэндокринная теория старения и дегенеративные болезни, издана в США. Не онкология имени Петрова. Под руководством академика Напалкова была создана школа онкогеронтологии в лаборатории канцерогенеза и старения, которая еще существует до сих пор. Работа, вот некоторые публикации этой лаборатории. Большой вклад в развитие геронтологии внес Ипполит Васильевич Давыдовский, выдающийся патонатом, работавший в Москве, он написал книгу «Геронтология», которая была долгое время руководством по проблеме. Николай Маркович Эммануэль, академик, работавший в Институте химической физики Академии наук, почти одновременно с
Харманом выдвинул свободно-радикальную теорию старения. Его заслуга в том, что он поддерживал исследования по этой проблеме и проводил семинар «Фундаментальные проблемы биологии старения», который в течение многих лет проходил в Москве в химфизике. Также Лев Владимирович Комаров, он провел 2 симпозиума по искусственному увеличению видовой продолжительности жизни и был главным редактором журнала «Реинация. Омоложение». Первая в России кафедра гериатрии была открыта в Ленинградском ГИДУе, Институте совершенствования врачей, в 1986 году. В Киеве это было раньше. Сейчас это кафедра в Северо-Западном государственном медицинском университете имени Мечникова, кафедра гериатрии и пропедевтики управления сельской деятельности, которая возглавляет Екатерина Сергеевна Лаптева. Профессор Арев был долгое время заведующий этой кафедрой. Вот здесь здание ГИДУ. В 1992 году два полковника медицинской службы, Вячеслав Морозов и Владимир Ховенсон, организовали институт биорегуляции и геронтологии, который стал как бы ядром исследований по проблеме пептидной регуляции старения не только в нашей стране, но и лидирующим в мире. Кафедра геронтологии и гериатрии была создана профессором Лазебником в Московском стоматологическом институте. Он руководил в течение многих лет Межведомственным советом по геронтологии и гериатрии при Академии меднаук и Минздраве. Вот некоторые публикации здесь, фамилии его учеников, известных гериатрии профессоров. В 1994 году был создан Эллой Пушковой первый в стране городской медико-социальный гериатрический центр. На базе разваливающейся больницы Урицкого она создала международно известный гериатрический центр, который является одним из ведущих и лучших в Европе. Вот здесь на нижней фотографии представлен Гарри Эндрюс, в те годы руководитель, президент Международной ассоциации геронтологии и гериатрии. Он, побывав в институте, в гериатрическом центре Пушковой, сказал, что это лучший европейский гериатрический центр. В 1994 году была создана учредительная конференция по созданию геронтологического общества в России, потому что в связи с распадом Советского Союза прекратила деятельность всесоюзное общество геронтологов и гериатров. И вот поддержал нас в то время Федор Иванович Комаров, генерал-полковник, вице-президент Академии медицинских наук, Венедиктов, здесь профессор, Никитин, академик, Юрий Петрович, Обухова Людмила Константиновна, другие, Пушкова, Ховенсон, доктор Ермилов из Волгограда. Это все члены первого правления геронтологического общества. В то же время был организован Самарский и Международный центр по проблемам пожилых. Общество стало выпускать вестник геронтологического общества. Сейчас уже 230 номеров вышло. Был в 97 году начал издаваться журнал «Успехи геронтологии». В том же году, в 97 году, нас приняли в Международную ассоциацию геронтологии на съезде в Аделаиде, в Австралии. В 2001 году ВАК ввел научную специальность геронтологии и гериатрии. В настоящее время защищено более 50 докторских и 300 кандидатских диссертаций по этой специальности. Директор Самарского Международного центра по проблемам пожилых Олег Григорьевич Яковлев, который создал его на базе госпиталя ветеранов. Сейчас этот центр закрыт и реорганизован. Нужно подчеркнуть, что в Самаре впервые была кафедра додипломной преподавания гериатрии. Ее возглавляла профессор Наталья Олеговна Захарова. Кафедра до сих пор существует в единственном числе, додипломная. Журнал «Клиническая геронтология» с 1994 года издает Павел Андреевич Воробьев. Он издает его на базе Первого Сеченовского института Московского университета. Он организует ежегодные научные конференции «Пожилой больной качество жизни», имеющий большой успех. Вот ядро, очаг, можно сказать, сильно хорошего развития геронтологии и гериатрии
Это пример Новосибирска. Под руководством Юрия Петровича Никитина был создан проект по изучению долгожительства на Севере и Дальнем Востоке. Вышла книга профессора Шабалин Алексея Васильевича. Он был членкором Академии медицинских наук по гериатрии и ведал лабораторией клинической геронтологии в НИИ терапии Сибирского отделения Академии меднаук под руководством директора, которого был тогда академик Никитин. Профессор Колосова заведует лабораторией молекулярных механизмов старения в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН в Новосибирске. Ученый мирового класса, печатается в самых серьезных журналах. Создала модель ускоренного старения крыс Оксис, которая моделирует патологию при болезни Альцгеймера. В 1997 году был создан на базе Третьеразрядного института иммунологии в Москве научно-исследовательский институт геронтологии Минздрава. Его возглавил академик медицинских наук Шабалин Владимир Николаевич. Он выпустил руководство по геронтологии и был интересным человеком своими высказываниями, иногда удивлявших геронтологов. Большую работу провел Борис Аркадьевич Лапин, недавно ушедший из жизни, почти в столетнем возрасте. Он впервые приматов выявил снижение секреции дегидропентростерона и некоторых гормонов надпочечников. Установил ведущую роль возрастных нарушений мелатонинергической регуляции аденогипофиза при стрессе. На обезьянах эти работы тоже получили мировое признание. Вот в 1999 году состоялся первый российский съезд после перерыва, после распада Союза в Самаре. В 2000 году Европейский конгресс по биогеронтологии. В 2001 году был организован Институт социальной геронтологии в Москве. Сейчас его нет, закрыт. Введение научной специальности состоялось в 2001 году. Во втором году мы провели 6-й Европейский конгресс по клинической геронтологии. И нетривиально была коллегия Минздрава России о состоянии развития научных исследований в области геронтологии Российской Федерации. Вот журнал и вестник. Вестник геронтологического общества выходит 96-го года. Я уже сказал, 230 номеров вышел. Журнал «Успехи геронтологии» довольно популярен. Он растет. Он занимает 42-е место в рейтинге Science Index по разделу медицины и здравоохранения. Там 700 с лишним журналов. И занимает 13-е место в академическом рейтинге по разделу клиническая медицина. В международных организациях участвуют представители нашего общества. Геронтологическое общество было в 1997 году, я уже упоминал это, принято Международную ассоциацию геронтологии и гериатрии. В 2000 году Ховинсона избрали председателем биологической секции Европейского отделения. А в 2011 году в Болонье он был избран президентом Европейского отделения. Вот книгу мы издали, энциклопедия геронтологии в Европе на базе журнала. В 2012 году произошло историческое событие. На третьем съезде геронтологов и гериатриев в Новосибирске по инициативе академика Шабалина была создана Российская ассоциация геронтологов и гериатов, объединяющая главным образом клиницистов. В 2015 году профессор Ольга Николаевна Ткачева назначена главным внештатным специалистом по гериатрии Минздрава и реанимировала она геронтологический научно-клинический центр, который зачах какое-то время под руководством Шабалина Владимира Николаевича. Следует приветствовать выход первого номера российского журнала гериатрической медицины. Руководство издано Ткачевым, под руководством Ткачева и соавторов. И что очень полезно, регулярно приходят веб-семинары, лекции по различным аспектам клинической гериатрии. В Петербурге проводится уже многие годы международный форум «Старшее поколение», на который приезжают представители многих стран. Вообще в стране происходит большой интерес к геронтологии и гериатрии. Проводится колоссальное количество конференций. Вот здесь мы посчитали, что с начала нашего организации общества более 400 конференций проведено в России. Самые крупные – Европейский конгресс по биогеронтологии, который до сих пор вспоминается как самый лучший съезд по биогеронтологии. В Москве был проведен съезд по клинической геронтологии, а в 2007 году состоялся международный
Европейский конгресс геронтологии и гериатрии открыт был в Таврическом дворце. Из 70 стран более 1500 участников приняло участие. Вот здесь показаны некоторые фотографии. Вот Михаил Иванович Давыдов выступает, там Миронов сидит, председатель партии. Здесь бал был. И вот торжественный обед был вот в этом зале, в музее этнографии. Здесь мы видим академика Бочкова, академика Лапина, Шабалина и других участников конгресса. Важным этапом в активности геронтологического общества было участие в программе ООН по старению в 21 веке. Российский эксперт участвовал в подготовке этой программы, которая была принята в Мадриде в 2002 году как Мадридский план действий по вопросам старения. И первая публикация этого плана была в успеховой геронтологии. Мы помогаем и помогли возродить геронтологию в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Азербайджане и Армении. Проводили специальные сессии, семинары для подготовки специалистов в этих республиках. Вот мы участвовали в подготовке документа Всемирной организации здравоохранения, глобальной стратегии и план действий по старению и здоровью ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения. Мы участвовали также в интересном событии, которое заключалось в том, что директор генеральный ВОЗ забыл о геронтологии, не включил в план последней сессии. Тогда ведущие специалисты, руководители национальных ассоциаций обществ геронтологии написали коллективное письмо, опубликовали его в виде статьи в журнале Aging and Disease. И ВОЗ включила геронтологию в план, поскольку это самая актуальная проблема сейчас. Еще надо отметить, что Институт биорегуляции и геронтологии совместно с Мальтийским институтом старения ООН проводит международные школы для стран, бывших в Советском Союзе. Уже проведено 7 школ, имеющих большой успех, выдается международный сертификат. В этом году исполнилось 25 лет, как мы учредили премию геронтологического общества молодым ученым России за лучшую работу. Эти годы получила 43 лауреата дипломы из 15 городов. Здесь они перечислены. Я уже говорил о создании совета. Сейчас существует 4 совета. Институт биорегуляции и геронтологии в Москве, Самаре и Белгороде. Вот указаны приоритетные направления научных исследований в современной России. Демография, долгожительство, генетика долголетия и основных ассоциированных с возрастом заболеваний, молекулярные механизмы старения, физиологические механизмы старения, роль циркадных ритмов, ростовых факторов, нервной эндокринной системы, поведенческие и социальные факторы, профилактика преждевременного старения, геропротекторы, новые геронтотехнологии, медико-социальные аспекты помощи пожилым. Вот здесь я кратко покажу наиболее ярких представителей научной науки. Это Алексей Матвеевич Оловников, который предложил теорию маргинотомии, за которую позднее получили американские исследователи Нобелевскую премию. Владимир Петрович Кулачев, академик, и здесь его сын, создали препарат, который называется СККУ, который продлевает жизнь и увеличивает выживаемость мышей разных линий, в том числе высокораковых, тормозит развитие опухолей. Вот видите, мышка сидит 27 месяцев контрольная, лысая, седая, и такого же возраста получавшая препарат, который выглядит совершенно молодо. Нами разработан метод тестирования фармакологических веществ на старение и продолжительность жизни. Оно включено в руководство, вышедшее 2 изданиями в США по биологии старения, методы и протоколы. Ховенцон с Морозовым создали целую батарею пептидов, пептидных препаратов, которые увеличивают продолжительность жизни крыс, мышей и дрозофил. Это направление сейчас активно развивается. Генетики старения. У нас генетический паспорт предложен Владиславом Сергеевичем Барановым, членом-корреспондентом Академии наук. Многие работы сделал по генетике старения Алексей Александрович Москалев, молодой член КОР из Сыктывкара. Интересные работы молекулярной биологии Института проблем химической физики Виталий Кимович Кальтофер, который работал с Харманом. Он разработал систему надежности биосистем
эта теория имеет математическое обоснование. Недавно скончался, к сожалению, Анатолий Григорьевич Вишневский, директор Института демографии Высшей школы экономики. Он издавал еженедельник «Демоскоп», ежегодно издавал демографические ежегодники России и был выдающимся демографом. Будущим демографом Санкт-Петербурга является Гвена Леоновна Сафарова, которая поддерживает базу данных по старению населения Санкт-Петербурга. Очень интересно работает профессор Жаринов Геннадий Михайлович из Института Российского центра хирургии и новых технологий «Песочный». Вот он собрал уникальную базу данных на 700 тысяч персон различными профессиями и изучает долгожительство представителей различных профессий. Установлено, что ученые живут дольше. Вот экологическая геронтология. У нас ряд исследователей были заняты изучением старения у ветеранов подразделений особого риска. Это очень важно, поскольку последствия Чернобыля еще дают себя знать. В Петрозаводске профессор Виноградова выполнил уникальное исследование о роли постоянного освещения и вообще освещения севера на продолжительность жизни и развитие опухоли. Вот здесь ей установлено, что белые ночи ускоряют старение и увеличивают частоту риск развития опухоли, тогда как темнота и мелатонин препятствуют этому. В высоком уровне выполняются математические модели в геронтологии. Здесь лидирует Институт проблем управления имени Трапезникова, Институт вычислительной математики РАН и ряд других институтов. Они активно сотрудничают с Институтом Макса Планка и Дюк Университи в Северной Каролине, США. Там русские ученые заведуют отделами, и директор центра профессор Яшин, один из лидеров математического моделирования в геронтологии. Здесь показано, что у нас, к сожалению, численность врачей-гериатров ничтожна. В России на 15-й год, сейчас, конечно, побольше, было один гериатр, сертифицированный на 1 000 000 жителей, тогда как в США на 6500, а в Великобритании на 2300, в Италии еще больше. Вот интереснейшая работа Голубева Алексея Георгиевича. Он показал, что ожидаемая продолжительность жизни растет при увеличении ресурсов, доступных для обеспечения жизни. Ожидаемая продолжительность жизни зависит от условий расходования природных ресурсов, здравоохранения, оборону. Город, село получают неравное финансирование. У членов клуба 80, куда нас призывает руководство страны войти в ближайшие годы, валовый национальный продукт составляет больше 20 тысяч долларов США. В России менее 10 тысяч долларов. Вложение доступных ресурсов в продолжительность жизни в нашей стране менее эффективно, чем в других странах, от Конго до Финляндии. Повышением валового продукта Россию в клуб 80+ не вывести. Как написал Горько, Голубев, ресурсы на здравоохранение утекают куда-то не по адресу. Это можно представить. Вот что сейчас происходит в связи с эпидемией ковида. Люди пожилого возраста – главные жертвы не только самой инфекции, но и мер по ее сдерживанию, никаких оснований, но никак не основной агент его распространения. Наши старики превратились в отверженных. Они вынуждены сидеть дома, их не пускали на улицу. Это увеличило смертность от других причин, чем ковид. Большое дело делают общественные фонды помощи престарелым. Один из лидеров этой отрасли – профессор доктор Корюхин, врач-геронтолог, член экспертного совета при правительстве Российской Федерации. Он активно занимается социальной геронтологией, да, благотворительными фондами. Вот еще один энтузиаст, бизнесмен Михаил Батин, который создал фонд «Наука за продление жизни», издает литературу и вообще очень активен в поддержании геронтологии в стране. Модель работы с пожилым населением выработана и апробирована в Петербурге. Создан общественный совет по проблемам граждан старшего поколения ветеранов-инвалидов, председатель совета академик Бордовский. Работает также межведомственная комиссия по проблемам граждан пожилого возраста, жителей Петербурга, утративших способность самообслуживания. Все они показали свою эффективность. Наше все Михаил Васильевич Ломоносов написал в письме Грашу Шувалову в 1761 году, полагая самым главным делом сохранение и размножение российского народа, в чем состоит величество, могущество и богатство всего государства, а не в обширности тщетной безобитателей. Золотые слова. Но у нас есть силы молодые, как правило, не обладающие медицинским образованием,
или социологическим, люди предлагают классифицировать старение как заболевание. Они хотят, чтобы старость была включена в международную классификацию болезней. Они прямо пишут, что классификация старения как заболевание приведет к созданию новых бизнес-моделей, более эффективному распределению ресурсов. Представляете, к чему это придет? Вот доказательство того, что вложение в здоровье людей дает замечательные плоды. За 10 лет после объединения Германии в 90-м году смертность в Западной Германии, в Восточной Германии сравнялась с уровнем в Западной Германии. И вы видите, что это произошло за 10 лет, ничтожный срок. А численность столетних, темп прироста столетних, в бывшей ГДР даже больше, чем в ФРГ. Таким образом, существенным увеличением качества жизни можно добиться быстрого снижения смертности людей даже в самых старших возрастных группах. Вот надежда у нас на распоряжение правительства, стратегии действий в интересах граждан старшего поколения Российской Федерации. Сейчас много мер принимается в этом направлении. Посмотрим, что из этого выйдет. Какие задачи сегодня стоят перед геронтологической общественностью? Это содействие организации медико-социальной помощи пожилым в регионах России. В некоторых регионах отсутствует геронтологическая помощь. Участие в аттестации специалистов, подготовка учебных материалов для непрерывного медицинского образования, для социальных работников, для населения, создание экспертизы лекций для дистанционного обучения и некоторые другие. Правовая защита пожилых, координация программ социальной адаптации, интеграция пожилых. В далекие послевоенные годы профессор Александров написал, что в стране есть условные ученые, которые работают только тогда, когда им созданы условия, и безусловные, которые работают всегда. Геронтология – такая область, в которой работают безусловные, главным образом, ученые. И я надеюсь, что наш журнал «Утехи, успехи геронтологии» когда-нибудь выйдет под названием «Утехи геронтологии». Я желаю вам долголетия, творческого и здоровья. Спасибо за внимание.